И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димончик, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем исследовать заброшенный город, ну сейчас вы все сами увидите. Димончик, покемончик, поздоровайся, уже смешно. Всем привет. Ребята, если вам нравятся покемончики, ставьте лайкосики. Ну, а мы начинаем. Надеюсь, в этом городе есть какие-то секреты, плюшки и шняги. Ну да, да. Так, Дима, с какого дома начнем? Интересно, у них можно заходить? А, ручки нет. Значит, будем, ребята, искать. Я видел на скриншотах, там можно заходить в дома, и поэтому мы сейчас найдем, в какие вот, дома можно заходить. Где свет? Я иду ключ. За покемоном, иду. Не спеши, главное. Во, я вижу. О. Стекла тонированные. Нифига себе. Не, бьются. Блин, ты такой низкий, а прыгаешь выше меня. Гиперчу толстый, что ли, стал? Так, что у нас? А, понял. Это переулок. Тебе не похожа эта карта? Помнишь, мы хоррор хотели проходить с тобой, но неудачно там получилось. Смотри, очень похожа голубь. Карта. Голубь. Так, стральник. Все довольно-таки чистенько и цивильно. Тут что у нас? О, прикольный задний двор. О, а тут что? Оно не ломается. Не, Димончик. О! Вау. Может, давай потом туда сходим. Давай сначала еще дома обследуем, а потом сходим. Потому что мы сейчас прыгнем, вылезти не сможем. Видишь, нет лестницы. Если мы прыгнем, то мы уже не вернемся. Да, давай еще походим, а потом прыгнем. Ребята, смотрите, какой здесь секретик у нас есть. Это довольно-таки классно, меня это радует. Вот первый и секретик. О, гараж можно открыть? О, смотри, как калитка открывается. Круто. Здесь. Так, идем на второй этаж. Давай. Как ты думаешь, Димончик, где же все люди здесь подевались? Почему город заброшен? А может, мы еще кого-то и найдем? Посмотрим. Смотри, два туалета на втором этаже, на первом. Прям какой-то пентхаус двухтуалетный. Да, стекла такие серьезные здесь. Ладно, от первого выстрела так мутнеет, а потом уже начинает биться. Тонируем стекла потихоньку. Ну что, тогда выходим? Два запомни этот дом. Темно. Так, получается, он слева, предпоследний дом. Ну, видно, что есть там мебель, все дела. Так, здесь можно зайти? Ага. А вот я вижу, Димоч. Все, мы поняли. Короче, где прозрачные стекла и видно интерьер внутри. Опа, опа, хэдкраб! А, чуть даже по мне не цапнул. Наступал. Хэдкрабушка, ты что тут делаешь? Ай-яй-яй, Димончик немножко цапнул меня. Ну ничего, лучше ты, чем хэдкраб. Стиральная машинка, шмотки не надо постирать, ты там не обосрался. Хотя какие покемоны шмотки. Ребята, если вы кушаете, пьете, приятного аппетита, потому что настроение у нас классно. Ставьте еду возле динамиков, будем их заряжать позитивом. Вот это сказанул. А какой чердак поднялся? О, здесь хэдкрабы на чердаке. Опа, а, опа, опа. Ты чё? Они так прикольно звуки дают. Фух, такие прям. Ой-ой-ой, Димончик, один хп. А, спасибо. Твою ж мать, дивизию. О, тут тоже в подвал. Тут, короче, во всех домах подвал есть. А может, ребята, люди в подвал все спустились? Да, ну мы еще туда спустимся. В доме куча хэдкрабов. Мы сейчас исследуем. Так надо взять просто оружие посерьезнее. Мы берем какое-то, наверное, рахитное оружие. Сто лет это слово тоже не употребил, рахитное. Ой-ой-ой-ой-ой. А, жизнь не восстанавливается после того, как хэдкраб за жопу укусил. Но 5 хп они у нас отнимают, скажем. Так. Чего? Димон, шар! Уходи! Ай-яй-яй. Уходи! Бегу. Не убила? Нет. Зато мой Димончик зачит. Вот, блин, тут шар, блин, 100 км в час пролетел. И не убил этого вонючего черного. Ты обратил, есть необычные хэдкрабы. Это... А как эти хэдкрабы называются? Ну, вот сверху написано. Poison Headcrab. А, не на хп, не убей меня только. Хэдкрабушка. Так, ребята, хэдкрабов мы обнаружили. Значит, хэдкрабы убили людей. Все правильно. Ой, еще один. Че, идем наверх? Да-да-да, пойдем. Так... Не спи... Давай ты иди вперед, я боюсь. Ты все-таки маленький, уклонишься там, вывернешься, под вывертом там, сделаешь какую-то сальтуху. О, что это тут? А, я жизни пополнил. А это же тушки, да, пополняет? А, это из Half-Life личинки. Кстати, Димон, очень много комментариев написали, снимите еще аниматроники в Half-Life. Так что, ребята, наверное, выйдет еще серичка. Мы с удовольствием. Надо такую миссию классно найти. Во, я на него наступил. Отлично. Нам что, и хп будут пополнять? Ну-ну. О, на чердак, смотри, есть, пошли. А мы в том доме были на чердаке или нет? Что-то я не помню такого. Ого. Нет, никогошеньки, спускай. А! Ё-моё, Димон, ты что ж такое? Вот это... Берем еще раз, я... Тут куча трупов хэдкрабов. А! Господи, меня сейчас телепать начнет. Мне сейчас конвульсия схватит. Во, я вижу эти сопли. Здрасте. А ты будешь рогать?
О, она рыгала. А ты будешь рыгать? Фу. Все полы засрали. Кстати, смотри, черепушки повыпадали. Значит, они по-любому людюшек всех поубивали здесь. Димончик, не надо на пепельницу. Беги! Ой! Ты чё, это быстро... Димон, 94 хп, я уже испугался, что меня сейчас сольют все. Так, зомби. Это крабы, аниматроники. Горгульи это, да? Они же горгульями называются, я вспомнил эти висячие сопли. Не, не горгульи. Не помню, как они называются просто. А, меня жрет она. Опять ты рыгаешь тут. Опять черепушка вырыгала? Ой, ребро одно. Да столько людей не пожрали. Куда там человек влазит? Получается, он его поднимает и рассасывает на кости. Съедает. Подожди, тут какая-то могила сзади дома, смотри. А что тут написано? Бывает гном. Какие-то гномики. Я видел Голд Фредди гномика. Я видел. Димон, смотри, что здесь. Я могу выйти. И могу зайти. Смотри, что здесь нашел. Так, а где ты? Да вон. А, вот-вот-вот, иду. Идем. Смотри. Уху-ху, ребята, какое-то подземелье. Костерчик здесь. Давай погреемся, замерз. На улице холоднище. Что у нас тут? Бутылки. Какие-то... Мусор, короче, валяется. Лапша какая-то. Что, еще идем следом или идем в подземелье? Давай попробуем. Ну давай. Что, я боюсь? Опа! Опа-на. Сейчас фонарик отключат. Ё-моё, Димончик! Блин, ребята, надо было на мод на факел скачать. Блунбой факел не задует своим шаром. Да, Димон, классная идея. Факел или вот эти штуки, глоу-стики надо было бросать нам. Мы это все сделаем. Они у нас есть, кстати? Не-не-не, нету, я отписался от них. Я тогда был этот, всю коллекцию пересмотрел. Мне кажется, это было лишнее. Ну кто ж знал? Факел он бы не смог затушить. Дул бы дул, а мы бы новый поджигали и поджигали бы. Что-то я боюсь туда идти. Ну, зараза! Блин, да уходи ты! Я его боюсь. Да ну его. Мы же пошли дальше по домам, лучше уже спустимся где-то в пещере. Потом, потом. Получается, ребята, они вход защищают и поставили баллон боя, чтобы без фонарика ты не мог продвинуться. Ну все понятно, все сходится. Продвигали. Да-да-да. Мы сейчас обойдем этот туннель, мы все равно туда попадем. Теперь наша главная цель попасть в этот туннель. Так, Shambles Way. Может, это с какой-то игры или фильма? Ты видел? Мелькнуло что-то. Не-не-не, я что-то пропустил. Давай пойдем дальше. А что ж такое? Ты так вздыхаешь, я боюсь. Да, ну тут шевелится что-то. Шевелится. Смотри, там написано сейф. Видишь? Спасибо. Что-то там сейф. О! Оба-на! Это был фиолетовый чудак! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Димон! Здесь проход есть. Давай здесь поисследуем. Может, здесь что-то интересное будет. Здесь вообще он крыши нет. Здесь подвал есть. О, может через подвал зайдем? О, давай. Ребята, это классно. А нет, это не классно. Тут ничего нет. Пустой подвал. Я бегу там, Голден Фредди. Нема, нема, нема. Нету? Аниматроники разграбили все дома. О, Димас, попробуй сюда прыгни. Прыгни туда. Опа. Ой, тут классно, Димон, спускайся, не бойся. Здесь реально классно. Я не хочу. Здесь надо на корточках идти, еще ниже, смотрите, ребята. Блин, а классная карта. 5 звездочек не зря и поставили. А, опять балунбой стоит. Короче, назад уходи, я ничего не вижу. Вот он! Блин, я ничего не вижу. Все, спускаюсь вниз. Давай, давай. Блин. Оба-на. Так где он? Оба-на. Ребята, я ничего не вижу. О, что-то вижу. Во! Тут лампочки есть, они не могут их потушить. На тебе! Манглиха тебя убила. А! Давай лучше по городу прогуляемся. Да, идем еще по городу. Что-то, ребята, мы всегда хотим спуститься в то подземелье, но аниматроники нас не пускают. О, смотри. Сейв. Как переводится? Сохранение? Не, сейв. Сохранение. Сохрани. Может, убежище или что-то такое, может, или... Не знаю, я не буду умничать, но вроде так. Ну, сохрани вроде как этот. Спаси, сохрани, да? Так. Дома все пустые, ничего нема обустроенного. Ну да, кухонька, в принципе, неплохо запилена. О, там зомби на улице, ты видел? Опа-на, я видел. Сейчас. Что вы нас заманили в этот дом? Может, это зомби написали ночью? О, еще один. Опа-на. Здрасте. Это краба убил? Да. Он так вроде как шевелится. На тебе, на Верочку. Проверка, да. Ага. Там вроде так что-то там дрыгался. Тихо.
Здесь это нету вот подземелья? О, Димон, тут горка есть, можно покататься. Только на такой горке можно все штаны себе порвать. Вот на второй этаж я никак не смогу подняться. Я тут поднимусь, я не боюсь. Я не трус, но я боюсь, да? Вот. Там, там... Ребята, на свой страх и риск я поднимаюсь наверх. Давайте на корточка. Так-так, вот есть. Ах ты, сопливая фигня, обрыгать меня. Интересно, на бы зомби поднялась, и бы зомби на меня пошел? Не бы, знаю. Надо было проверить. На тебе. Это на добивочку, да, чисто со спины так. Кто у нас тут? Еще есть кто-то? О, лестница наверх. О, беги, беги. Я тут. Беги там. Я там наверху. Лучше убегай, там зомбак какой-то огромный. О, Дима, на самую крышу зашел. Смотрите, ребята, я на самой крыше. Я теперь могу по домам через крышу проходить. Опа. Ага, класс, я паркурист от бога. Вон, Димон, смотри, где я. О, я вижу зомби. Я попадаю в него. По идее, нет. Ого, их там. Ого. Они сюда не допрыгнут. Неужели они найдут вход? Ах ты, ё-моё, упал. Да отвали ты. А, лучше беги. А, Димончик, не бойся. Мы их затащим. И не таких зомби. О, у тебя так дроп прикольно летит. А, блин, патронов нету, я гашу. На. О, зомбодятел. Тихо. Сейчас. Я. Че там? Ты же дурак, что ли, с гранаты тут бегаешь? На тебе! Он ее, кстати, достал, вытащил чеку и побежал на меня. Это, короче, зомбайн камикадзе. Во, вспомнил. Вот тут на втором этаже этот огромный. Ой, здесь трупов. Идем на второй этаж. Ой, блин. Ты желтый, мне не надо так страшно, как я уже обычно с Голды Фредди. Отойди, о, идет, идет, я сам боюсь. Че тут? Вздумал бросать своих какашек здесь? Сейчас я его выпущу, сейчас я заряжусь, пока он дойдет. Да че, я его уже убил. А, все. О, здоровенькие пацанчики. Как делишки? Лично. Ух. Пошли дальше, Димончик. Кстати, мы, получается, этот город очищаем от всякой нечисти и тварей. Че, еще много домов здесь? Блин, здесь домов много. Вон еще дом есть, смотри. Мы здесь были, ну, или мы нет? Мы так вкратце обойдем. Давай тут сюда вверх. Давай, я иду. Смотри, здесь какая-то штука. Бегу, бегу, бегу. Лечу дом даже, можно сказать. Ать. О, трейлер. Заходим, заходим, не стесняемся. Да? Да, смотри, как тут прикольно, Димон, заходи. Садись на диванчик, поехали. Да, ребята, напишите в комментариях, хотели бы вы дом на колесах? Я бы, честно, не, даже не хотел, а мечтал бы об этом, это очень классно. Дом на колесах, кровать такая серьезная. Так, знаешь, как на зоне какая-то, блин, кровать двухъярусная. А, ну двухъярусная должна быть, наверное, в таких трейлерах. Круто. Нам бы такой трейлер, мы бы тут 40 человек бы жили. О, смотри, какой, смотри, какая огромная канализация. Димон, я не боюсь, я прыгаю. Да. А, о, прыгай на голову. А я обманул. Я обманул. Я хотел, чтобы ты прыгнул, я отошел. Вот, здесь уже более все так культурненько. Вся туннель напоминает то, что и было на той стороне города. Смотри, что впереди. Их, видишь человека какого-то? Да. Это не Слендер? А, Балунбой. И чувак... Тихо, они к тебе загрелись. Гвали, гвали, Димон. Гаси, блин, фонарик. Балунбой, ты чё такой дерзкий? Вали его! Да что ж такое, отключает на фонарик, зараза так. Блин, делай выстрел, сразу отключает. О, а нет, не о. Да Балунбой, отвали ты от меня. Димончик, я боюсь сам. Я боюсь, я тут в уголку зашкерюсь. Да господи, своим шаром пердить здесь, я его боюсь. Ну как это называется, звук-то пердежа? Так, нету. Нету никого, Димончик. Они испугались меня. Точно. Если честно, никто не испугался, никто не ушел. Я уверен, они здесь все трутся и ждут, пока я пройду дальше по туннелю, чтобы меня убить. Пойдем. Блин, боюсь в эти дырочки заглядывать. О, здесь. Опа! Опа, я, да, помню! Я помню тот туннель, когда мы хотели в него спуститься. Да? Угу. Здесь прям так посветлее будет. Ну, без фонарика не то, конечно. По крайней мере, если Балунбой придет, мы сможем ему дать отпор. Потому что в полной темноте стреляться... Ой, смотри, развязка. А ты смотри, интересно, эта вода меня не убьет? Не, она не убивает. Как грязная, как убивает. Получается, еще ниже? Димон, смотри, здесь туннель прям наполовину затопленный. Че, пойдем? Блин, я тебя не вижу, ты под водой. Ну пошли.
Да, ребята, я его не вижу. Он говорит, ну пошли. Ай. Ай, кто это? А кто это? Кто меня лупит? Это зомби, походу. А где он? Я его не вижу. А, это... Я, получается, от фонаря стрельнул и убил его при этом. Блин, меня убил. Опасно здесь. Получается, в эту воду опасно заходить. Да тут зомбаки. Если, ребята, вы знаете, что в городе есть крабы, и вы заходите в воду выше по колено, не заходите, это смертельно опасно. Во, ребята, смотри. А, мы здесь были, это развязка. Димас, может, гранатку кинем? А ну давай. Глобальная зачистка. Смотри, смотри. Ух ты. О, так там были хэдкрабы. И зомби. Ты молодец. Димончик, смотрите, как... Ой-ой-ой, он еще там был. А, это уже трупы подлетают второй раз. Вот это ты разошелся, покемон гранатовый. Эть, не могу перепрыгнуть. Не, Димончик, я так не вылезу здесь. Может, через трубу? Ой, я перелез по этой штуке. Подожди, я сейчас через трубу зайду. О, отлично. Так, подожди, мне надо подхилиться, а то они меня вообще снесли все. Давай-давай, я потихоньку пойду вперед, пробивая здесь. Есть кто-то или нету? Ну что, выходите, я вас не боюсь. Сейчас набоюсь. И труба такая длинная. Идется весь город под ним... Под городом все в туннелях. Опа! Опять этот пердящий мальчик пришел, надо его гасить. Где он, где он? Вот он! Гаси его. Давай его добьем, тут хоть свет есть. Сейчас я его убью, осталось пару пуль. Или обоим, есть. Все, теперь нам фонарик никто не будет отключать. Наконец-то. Так, теперь можем по темноте уже шнырить. Вот, это огонь. А, это выход, все, я вспомнил, где костер горел. Вот видишь, здесь баллон боя обитает, он в этой перекрестке. Да-да-да. Так, здесь можно пройти? О, здесь опасно. Ой, здесь глубоко. Я туда не хочу идти. Я уже походил. Ой, блин, это ты вышел. Ты когда просто заходишь, тебе вообще не видно, вода скрывает. Два сюда. Подожди, откуда мы пришли? Пак. Круглые трубы, значит, сюда идем. Да, нам сюда. Надо. А где ж логово? Получается, Фокси, Мангл еще. Мангл мы не убили. Чика еще. Где они все? Ах ты, блин. Прям в лобешню мне прыгнул. Новая голова. Есть. Оглядываемся. О, бежит, бежит, бежит. Здорово. Ох ты, зачисточка, да, какая? О, зачистил, неплохо, весь туннель. Подожди, а мы тут не были еще или были? Оба-на. Ух, их там. Здорово. Все, Димончик. А, не, еще, да? Я тебя покидаю, я тебя покидаю. Ой, блин, шары-то классно пускать в туннеле. Чем чувствуется моща, ладно. А продолжаем зачистку и испытывать мощность шаров на своей голове. Оба-на! А кто там? Оба-на! Я ей на жопу посадил. Ты чё так фигня вообще? Ах ты, зараза! Вот это она меня пнула! Это босиха! Тикаем, тикаем. Это она за мной не гонится. Вот она. На тебе шаром. Я боюсь. Все, Димончик, против все? Базуки Serious M2. О, откуда ты зеленая взялась, молодая? Фух, смотри, сколько кровищи с него выхлестало. Ох, ребята, вот это нам дали просраться на этой карте. Я еще такого не видел. А чё ж аниматроники не воюют с этими зомбаками, а? На тебе. Фиг знает. Ох, он протерся неплохо. Да вы что, тут плодитесь, что ли? Офигеть. Раб, меня только не убей, ты меня убиваешь. Я не буду. Ух, они подлетают от этой базуки. Надо еще себя выдать. А то так делов не будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, по очереди. Я не готов с вами плотную так общаться. Металлический кусок говна. А там Чика сзади. Бонни. Эндерскелет. Эндерскелет, главное. Есть. Обычный Фредди. О, глаза открыл, видел? Ага. Селстап потом резко глаз, так и глаза открыл.
Мне сейчас патронов не хватит, мне 7 патронов, надеюсь, я добью его. Так. Офигеть. Геть. Это ты, Димон, правду сказал. Револьвер меня в помощь. Ах ты пузатый кусок пластика и металла. О, арбалет. Нет, арбалет. Уху, кто пришел, смотри. Я попробую его расковырять тихонько. Тебе сейчас по жопе вот так вот по голове тебе надаю. Блин, Димон его не берет. Есть. Их монтировка, можно ковырять. Смотрите, сколько их. Смотрите, ребята, вы видели хоть столько раз аниматроников? Мы сколько с Димоном записывали, это единственные. Они что-то охраняют там и что-то очень серьезное. Ух ты что, Димон, главное не отворачивайся, вообще не отворачивайся. Смотри на них бесконечно. Смотри просто на это. Это просто какое-то мясо. Вот это мы с Димончиком влипли. Главное, если мы хоть вот чуть-чуть отвернемся, я или Димон, они рассеются по всему туннелю, мы не сможем их убить. Да-да-да, они тогда начнут со всей карты. Да-да-да-да-да. Надо быть внимательным. Короче, заряжай, план заряжай. Б. Димас, план Б, делаем ноги, мы не сможем это сделать. А, граната. Ой, пошла жара. Давай тоже гранатки разбросаю. Ой, кто-то прилетел. Главное не отворачиваться. Пошла жара. У-у-у, картошечка. Гранаты перелетают, что ли? Давайте вот так кидать. Их во, идеально. Не берет, их не берет гранаты. Ну, ой-ой-ой, ты меня убил. Их всех убил. И там кто-то еще живой. Нет, там кто-то еще живой. А-а-а! Димон, они на улице теперь есть. Ребята, теперь будем смотреть, что же они там охраняли. Так, продвигаемся. Ага, вот он, смотри, он не дает нам пройти. Да что ж ты там сидишь? Блин, а шары их не берут-то. Сейчас шар назад надо прилететь, Димон. И в меня, да. Да, знаешь, так в лицо прям. Гасим, гасим его, все. Отлично. Он сразу исчез. А те валяются, да, трупы, да. Ты помнишь, в начале был еще кто? Помнишь, нас встречал кто там? Балун Бой, Голден Фредди. Фиолетовый человек. Опа-на, вил мелькнул. А вот и он. Тихо. Димончик. Не пугай меня так. Что это за фигня? Ты чё? Ребята, это классно. И что нам делать? А, вот он, видите, как он быстрый? Остань, остань. Я его гашу, Димон. Би-би-би-би его. Мочу, мочу, я за тобой бегу. Я его не вижу. У меня есть шансы. Оп, сквозь ним пули пролетают. Есть, Димон! Есть, ребята, я его убил! Вот это жаркая серия выдалась. Куча зомби, хэдкрабов, эти горгульи висячие. Ага. Ой, сколько здесь, да, валяется? Ну чё, мы вроде всех убили, идём же посмотрим, ребята, что они там охраняли. Опа, развилочка. Налево пойдешь, нифига не найдешь. Направо пойдешь, от смерти умрёшь. И ничего здесь нету. А что здесь? А, вот лестница есть, Димон, выбираемся. О. Это выход с города. Да. Да, да, это выход с города. Мы сбежали. Да, мы теперь можем туда перелететь. Фух. У меня аж мурашки по телу, ребята, смотрите. Это было классно. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!